Если 10 ярдов пройдено, начинается первый даун. Верно, первый даун. Как все сложно. Просто нужно сыграть пару раз, и все поймешь. Эти здания не похожи на зеркало. Идем в центр. Оттуда будет виден почти весь лагерь. Значит, тут люди жили и просто учились? Даже если они совсем взрослые? Да, учились, развлекались, искали себя. Решали, что хотят делать в жизни. Что хотят делать в жизни? Тут был наблюдательный пункт. Это хороший знак. Сдвинься. Это было весело. Здоровый баран. Вы прямо идолопоклонники. Так это же спорт. О, да. Смотри, вон там. Это оно? И правда похоже на зеркало. А сколько там людей? В смысле, у цикад? Тут, похоже, нужна целая команда. Думаешь, тут есть мои сверстники? Не уверен. Мозоль, стоять! Что это за кличка, Мозоль? Ты же не спросил у Томми, как ее зовут? Мозоль. Эй, ты чего? Может, бегуны? Побудь с конем. Пойду гляну. Да, а то он убежит. Я быстро. Похоже, кто-то пытался все наладить. Нет тока. Попробую включить ток.
Вот так. Я тут подумала, я бы хотела стать астронавтом. Да ты что? Ага. Представляешь, ты там совсем один. Это было бы круто. Разве нет? Ну а ты? Кем ты хотел стать? Ну, в детстве я хотел стать певцом. Да ладно. Серьезно? Спой что-нибудь. Нет. Давай, я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл, пожалуйста. Я останусь с мозолью. Дурацкая кличка. Иди. Круто. Это обезьяны? Да, целая куча. Сейчас вернусь. Я буду здесь. Подвинься-ка. Это было круто. Не видела обезьян? Первый раз вижу обезьяну. Почему мы никого не видим? Может, они просто хорошо прячутся? Ага, может быть.
Смотри, цикады. Вижу. Хорошо, первый признак цикад. Попробуем открыть ворота. Нам туда. Не открывается. Еще один генератор. Эх, почти. Этот тоже подключили. Ты побудь здесь и... Смотри за лошадью. Давай сам побудь с лошадью. Извини, я вся как на иголках. Будь осторожен. Ты тоже. И долго вы продержались? Долбаные споры. Thank you.
Там зараженные, я цел. Ну, открывай ворота. Попробуем через ворота. Есть. Проходи. Давай. Эти щелкуны раньше были цикадами? Нет. Это вряд ли. Зараженные прямо у лаборатории? Билл так оборонялся. Может, они тоже. Да, вижу. Ни охраны, ничего. Ага. Вообще-то им бы пора появиться. Идем внутрь. Университете? Ага. Не в качестве студента. Я был молод, когда родилась Сара. Ой. Ты был женат? Недолго. Что случилось? Ладно. Перебор? Перебор. Давай. Надеюсь. Сдвинься. Ха! Эй, а может туда? Похоже, тут можно пройти. Заржавело. Нужно идти в обход. Может, перелезем? У меня были другие идеи, но и так сойдет. Забрались. Элли, давай руку. Вот так. Спасибо. Ну, что тут? Эй! Где они? Порядок.
Йохо! Цикады! Лекарство само пришло! Слышите? Давай потише, пока не ясно, что происходит. Фигня какая-то. Тут только всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все. Держись рядом. Опять напали зараженные. Погибли еще два охранника. Эти кретины устраивают очередное совещание на тему безопасности лаборатории. Здесь же все наше оборудование, все данные. Сотрудники уже привыкли тут жить. Лично я проведу еще один тест. Иначе от этой беспомощности и спятить недолго. Трупов нет. Это хорошо, да? Если узнаем, куда они ушли. Черт. Наверное, это щелкуны? Нет, щелкуны не прячутся. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать, что-нибудь найдем. Четыре ящика оборудования полностью готовы к отправке. Теперь важный вопрос, что делать с вами, ребята? Руководство велит уничтожить зараженных особей. А я вот что скажу. Пошли в жопу. Вы жертвуете ради нас жизнью, так? А значит, вы заслужили свободу. Эй, полегче! А! Черт! Кретин. Меня укусили. Господи, кретин. Хорошо, что мы не стали злить макак. Да, будем искать дальше.
Если вы ищете цикад, их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер... Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Черт! Двигай!
двигай! Здесь никого! Быстрее! Все отлично! Так держать! О, давай, опирайся на меня! Нет! Идти можешь? Да! Тогда иди, мать твою! Вперед! Вон выход! Давай, уже близко! Эй! Эй! Джоэл! Сзади! Что? Элли! Так, пошли. Клянусь Богом, я тебя вытащу. Ты мне еще споешь. Ну да. Жди здесь. Я открою дверь. Не спеши. Давай. Не понял. Давай. Ты иди ко мне. Так. Залезешь? Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт! Джоэл, ну-ка! Вставай, вставай! Скажи, что делать! Давай! Ну, вставай ты! Джоэл!